Егоров Никита, 6 лет. Алексеевский детский сад номер 4, «Березка». Стихотворение Пивоварова «У обелиска» посвящено событиям Великой Отечественной войны. Застыли ели в карауле, и небо мирного ясна. Идут года в тревожном гуле, осталась далеко война. Но здесь, у грани обелиска, молчание голову склонив, мы слышим грохот танков близко и рвущую душу бомб разрыв. Мы видим их, солдат России, что в тот далекий грозный час своей жизни воплотили. За счастье светует для нас.